Добрый вечер. Вы смотрите новости 7 канала, в студии Наталья Шабыка. Коротко, главные темы выпуска. Под ударом стихии. И этого ничего не было. Очуметь. Около 40 участков оказались под водой из-за вышедших из берегов рек. Не спасли людей ни ведра, ни резиновые сапоги. Отучился, отработай. 3 года отработал, потом где хочешь работать. Выпускников-бюджетников хотят обязать работать на государство, а иначе вернуть деньги. Что о законопроекте думают студенты и какова вероятность, что его примут? Путь длиною в 5000 километров. Вот привозят товар, его надо пересортировать по весу, по производителю. Там, ну, не знаю, почему. И вот ты сидишь монотонно, это все перекладываешь. Какую гуманитарную помощь отправляют на Донбасс и почему носки на передовой даже важнее зубной пасты? Ответы на эти вопросы в очередной серии проекта «Свои люди». Терпеть осталось недолго. Климат везде меняется, и как оно пойдет, вот это еще большой вопрос. Синоптики рассказали, когда в Красноярске перестанет валить снег и стоит ли горожанам надеяться на жаркое лето. И теперь во всем более подробно. Сломанные заборы, затопленные подвалы и размытые дороги. Несколько поселков пострадали от серьезных наводнений. Из-за ледяных заторов из берегов вышли Кача и Большой Кемчуг. Около 40 участков оказались под водой. Моя коллега Алевтина Сасова о последствиях стихии, с которыми жители борются до сих пор. Все дрова уходят. В руках ведра, на ногах резиновые сапоги до колена. Но даже в них заливается вода. Она поднялась слишком быстро, за 1,5 минуты, на несколько десятков сантиметров. А потому местные были не готовы к такому удару стихии. И этого ничего не было. Очуметь. Праздничные выходные испортил неожиданный потоп. От него в Емельяново пострадало около 5 домов. В воскресенье утром вода подобралась совсем близко к заборам, а уже через несколько часов затопила участки и подтопила дома. Сейчас на участке Анастасии царит настоящий хаос. В одном углу сломанные доски, в другом разбитые качели. В ближайшие несколько дней женщина будет убирать эти завалы. Вот эта качеля у нас, получается, стояла вообще вон там. Ее просто вот сюда принесло. Дрова в 3 ряда лежали. Это все, что у нас осталось возле бани. А сапоги скрывала. У него вот такие сапоги, эти армейские. И сапоги скрывала. А у соседа Анастасии под водой оказался и гараж, и котельная. Вот вода, вот видите, стояла вода, сырые блоки. Несколько дней назад возле этих домов образовался ледяной затор. Пробивать его пришлось с помощью экскаватора, глубокие следы от которого все еще видны на земле. Ковш расколол глыбы льда, из-за чего вода хлынула с новой силой. И когда уже сам этот прорыв пошел, это время было, наверное, где-то 4 часа. Все, у нас затопило полностью через наши жилые дома, через ограды улицу. У нас по улице бежала 2-я речка. Вода упала только через несколько часов, оставив после себя мусор, сломанные заборы и другие разрушения. Если с некоторых участков вода уже ушла и остается разобраться только с последствиями, то где-то с самим потопом. Вот, например, на этом участке образовался незапланированный пруд. Местные жители говорят, ледяной затор стоял около домов несколько дней. Правда, разбивать его никто не торопился. В администрации поселка рассказали, меры были приняты. Но борьба со стихией – дело сложное. Вы представляете, 1,5 метра льдины глыбы шли. И мы пригоняли спецтехнику, пытались это все разгребали. Но это не так просто, как людям кажется. Поэтому, ну, это стихии. По обращениям администрация откачивает людям воду. Правда, ни одного пока не поступало. Вода уже ушла. А вот в Большом Кемчуге все еще борются с наводнениями. В воде там остается 31 участок. Всего от стихии пострадало больше 40. В МЧС рассказали, ситуация под контролем. Вода уже упала на 20 сантиметров. А для тех, чьи дома остаются затопленными, организовали 3 пункта временного размещения на 100 человек. Но пока туда никто не пришел. Алевтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал. А вот Красноярску наводнение не грозит. В МЧС рассказали, почти год Енисей обмелевший. Сейчас естественным образом уровень воды понемногу поднимается. Так что критических затоплений не ожидается.
К другим темам. Красноярцам осталось недолго терпеть снег. Синоптики рассказали, что в первых числах мая он еще будет пробрасывать вместе с дождем, но после придет долгожданное потепление. И дальше уже без неожиданностей. В центральных и южных районах края в среднем будет плюс 10-12 градусов, а на предстоящих выходных и вовсе обещают до плюс 25. С таким прохладным апрелем и нежарким началом мая терять надежду на теплое лето красноярцам все же не стоит. Чтобы вот по нескольким дням там, или по одному месяцу, там, мая как-нибудь весеннему, говорили о том, что вот лето будет вот прям вот 100% холодное. Нет, я бы не сказал так. Сейчас, во-первых, климат везде меняется, и как оно пойдет, вот это еще большой вопрос. Вот сейчас я загадывать даже не буду, как он будет. Пока вот только по маю. По маю май выйдет ровным. Учитывая, что в некоторых районах все еще снег, откладывается сезон лесных пожаров. В прошлом году к этому времени их зафиксировано было уже больше 300, а сейчас только 15. Специалисты на круглосуточном дежурстве напоминают, что во многих территориях края уже действует противопожарный режим, когда запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Зарезал из-за видеомагнитофона и наручных часов. Убийство 70-летнего пенсионера раскрыли в Лесосибирске спустя 25 лет. Чудовищная история произошла еще весной 97-го. Местный житель выпивал вместе с пожилым товарищем. Когда тот уснул, молодой человек решил его ограбить. Он начал ходить по дому в поисках драгоценностей, но хозяин неожиданно проснулся. Сначала завязалась драка, а затем лесосибирец схватил нож и стал бить им пенсионера в грудь. Раз, два, три, может, не точно показал. Потом я ему резал. Тогда вам не осмеются? Нет. Все ли вы рассказали, показали? Все рассказал. Себя не говорите ли, совершил преступление? Нет. Действительно ли вы его совершали? Да, совершал. Пожилой мужчина умер на месте. Предполагаемого убийцу нашли спустя четверть века по отпечаткам пальцев. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы. И в последнее время следователи раскрыли несколько подобных историй. Так, в апреле в Дивногорске задержали двух мужчин, которые убили своего работодателя 8 лет назад. А в марте в Железногорске раскрыли дело об изнасиловании 20-летней давности. К другим темам. Отработать 3 года по специальности должны будут все студенты-бюджетники после выпуска из университета. Такой законопроект внесли в Госдуму. Автор инициативы – парламент Татарстана. Там говорят, выпускники не могут самостоятельно найти работу, хотя районные центры страдают от нехватки специалистов. Предполагается, что распределять студентов по организациям будет специальная комиссия. Рабочее место предоставят за 4 месяца до окончания обучения. В случае отказа от предложенной работы выпускнику придется возместить государство. Государству расходы на обучение. Вот что об этом думают сами студенты. Будут распределять места, то есть будут 100% рабочие места у студентов. Ну, то есть это тоже хорошо на самом деле. 3 года отработал, потом где хочешь работать. Мне кажется, это законопроект не очень перспективный для людей. Хотелось бы, конечно, когда выпустится, не было никаких рамок, вот, что надо 3 года обязательно отработать или же выплачивать. Хорошая идея. Мне нравится. Я учусь на специальности, на которой будет достаточно сложно найти себе работу по профилю, поэтому было бы очень здорово, чтобы меня трудоустроили после обучения. Очень интересный опыт, съездить куда-нибудь поработать. Для тех, кто увлекался какими-то проектами, принимал участие, это минус, потому что они могут уже пойти работать куда-то, где у них будет много перспективы, а куда их отправят, это другой вопрос. В целом, конечно, никого обязывать не стоит, вот, как сказала Мизулина, да, глава Лиги безопасного интернета, что это уже какая-то обязаловка, как цитирую ее слова, вот, и в целом, наверное, никого обязывать не нужно, нужно предоставить возможность в первую очередь, и тогда всем будет комфортно. Краевые парламентарии говорят, у нас в регионе уже есть несколько подобных программ. Так, например, в медуниверситете студентам выдают сертификаты, которыми они оплачивают обучение. А после выпуска молодые специалисты должны отработать 3 года в районных больницах. Рассмотреть инициативу, поступившую в Госдуму, должны до 9 июня. Но, говорят депутаты, тут все не так однозначно.
Такие попытки неоднократно были, и другие политические партии вносили такие инициативы и субъекты. К сожалению, каждый раз ответ был один и тот же, что с точки зрения действующего законодательства это невозможно. Но то, что происходит, это действительно ответ на запрос существенного дефицита в бюджетной сфере. Причем мы говорим не только про там, Красноярск или Красноярский край, но это проблема всех субъектов. От зубной пасты до печенья, до тепловизоров и квадрокоптеров. Тонны груза каждую неделю направляются из Хаба в Ростове-на-Дону, в города Донбасса. Как гуманитарный конвой преодолевает расстояние в 5000 километров из Красноярска в Донецк? От чего чаще всего устают даже самые сильные волонтеры? И почему носки там на вес золота? Весь процесс сбора гуманитарной помощи наблюдала съемочная группа 7 канала и расскажет об этом в 7 серии проекта «Свои люди». Топливные брикеты, которые к нам приехали из Республики Мордовия. Рядом с ними находится из города Братска уголь, который не дымит. А еще печки-буржуйки из Мариэл, мыло и зубные пасты от бизнесмена из Воронежа и печенье от Союза армян. Всего не перечесть. В этот гуманитарный хаб везут добро со всей России. В неделю здесь накапливается 150 тонн разного груза. Сегодня в ангаре почти пусто. Экстренно освободили место для новой большой партии. Доходило даже до того, что приезжали водители из разных регионов России, и мы не могли даже выгрузить машину несколько дней. И мы говорили водителям о том, что, мужики, поймите нас, вам нужно 2 дня здесь переночевать, потому что в определенные дни даже здесь работало около 250 волонтеров одновременно. Здесь порядка 1500 коробок с продуктовыми наборами. Каждая коробка собирается волонтером примерно минуту. Рекорд был 17 секунд. Именно эта партия отправиться в Донецк. Добровольцы собирают посылки и бойцам на передовую, и беженцам в пункты временного размещения в ЛНР и ДНР. Говорят, работа тяжелая, но терпимая. Вот привозят товар, его надо пересортировать по весу, по производителю. Там, ну, не знаю, почему. И вот ты сидишь монотонно, это все перекладываешь в коробки, при этом надо это еще посчитать. Вот эта монотонность бывает. Бодрости придает музыка, колонки врубают во всю мощь. Каждый месяц здесь встречают и фуру из Красноярского края. В ней гуманитарный багаж, собранный со всего региона. Аптечки, продукты, спальные мешки, прицелы ночного видения, квадрокоптеры и много носков. Там стирать негде, да и некогда. Крем для защиты кожи. После проверки в Ростове наш конвой идет в Донецк. Почти всегда он до отказа набит. 3,5 часа в пути, и вот уже фуру встречают донбасские дороги. Кроме этого, Красноярск помогает Краснодону в Луганской республике. Два схожих по звучанию города породнились 3 месяца назад, став побратимами. И тогда из сибирской столицы в детские садики ЛНР отправились книги и игры на внимание, воображение и память. Наши дети давно хотели хоккей. Даже некоторые, как Кирюша говорит, да? Говорю, хочу и домой такой хоккей. С удовольствием играю. А еще давай маленький. Пробуй еще. После отправки методических материалов два города договорились обмениваться студентами и делиться опытом в спорте. А в следующей серии мы продолжим рассказывать про помощь уже от военных добровольцев в тылу и на передовой. Лилия Мишалкина, Эдуард Баглай, 7 канал. Снес столб, вылетел на газон, а после искупался в пруду. Красноярец на Ниссане устроил ДТП на улице Стасовой. К счастью, в момент аварии пешеходов на тротуаре не было. От удара машину буквально раскурочило, одно из колес ушло под кузов, моторный отсек повело, пассажирская дверь теперь выглядит как груда металла. Очевидцы говорят, водитель был пьян. После аварии он бросил разбитую машину, а сам залез в пруд, чтобы, по всей видимости, протрезветь. Целый час потребовался на то, чтобы вытащить пловца из воды. Сейчас с мужчиной работают дорожные полицейские. За пьяную езду ему грозит лишение прав и штраф 30 000 рублей.
Сотрудницы банка дважды спасли пенсионерок от телефонных мошенников. Маргарита Пусть и Ольга Ботинкова заметили у банкомата нервную женщину. Она хотела снять со своего счета больше 300 тысяч рублей и перевести их на другой счет. Оператору и руководителю отделения показалось это подозрительным. Они начали разговаривать с 70-летней женщиной и поняли, что она стала жертвой аферистов. На место вызвали полицию, спасительницами оказались те же сотрудницы, которые на прошлой неделе отговорили другую красноярку переводить деньги телефонным мошенникам. Внимательных и неравнодушных красноярек обещают наградить уже завтра. Михаил Котюков побывал на родине Виктора Астафьева в селе Овсянка. В Рио губернатора приехал туда в день рождения писателя. 1 мая было бы 99 лет со дня рождения Виктора Петровича. Глава региона в Овсянке посетил памятные места и пообщался с местными жителями. Вы сейчас нашу деревню преображаете, что она вновь возрождается, что возрождаются традиции. Будут сюда люди приезжать, будут радоваться, да, будут снова и снова перечитывать произведения Виктора Петровича Астафьева. Самое главное – это подготовка к столетию со дня рождения писателя. К этой дате в Овсянке построят национальный центр Астафьева, общественное пространство, посвященное классику. Там будет библиотека, выставочная зона, место для семейного отдыха. В селе отремонтируют дороги, благоустроят набережную, сделают понтонный причал, удобную систему навигации. Мы будем работать в плане популяризации творчества Виктора Петровича. Это вопросы образования, это вопросы культуры, это вопросы туризма. Соответственно, это требует от нас развития, в том числе, инфраструктуры. И село должно измениться, и пока мы идем в графике, но останавливаться на этих планах, конечно, это было бы недостаточно. Нужно серьезно думать о развитии транспортной инфраструктуры в Овсянку. Нужно создать возможность приехать и железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом. И что пока сложнее выглядит, но я думаю, что мы найдем решение. Прыжки телами и булавка в кармане. В Красноярске проходит чемпионат России по боулингу. У каждого региона есть свои стратегии для победы, в том числе и самые неожиданные. А спортсмены легко развеивают мифы о том, что боулинг – это лишь развлечение для корпоратива. Лилия Мишалкина узнала подробности. Боулеры из Ставрополя разминаются иначе остальных участников. Сначала мышцы разогреть, потом фирменный страйк телами. Дальше вычислить угол броска и разбежаться с 5 коротких шагов. Стараюсь все отключить, все, что было вчера, сегодня, даже 5 минут назад. То есть остаешься ты сам с собой. Почему боулинг интересен? Ты играешь не с соперником, ты играешь сам с собой. Как будет, мы узнаем об этом позже. В первый же день Ставропольский край выходит вперед. Один из членов команды взял первое место в личном зачете. Но впереди командная игра. В Красноярск на неделю приехали участники из 14 регионов страны. Чтобы узнать, кто из них войдет в состав кандидатов в сборную России для участия в международных турнирах. Впервые чемпионат России проходит не в Санкт-Петербурге. Всегда это было только в Санкт-Петербурге. И вот у нас с 2006 года очень активно работает Федерация боулинга. Очень серьезная команда спортсменов. Это 4 мастера спорта, 1 заслуженный мастер спорта. В составе сборной нашего края спортсмены-любители. У одного свой бизнес, другой руководит детским садиком. А уже после рабочих и семейных дел они спешат на тренировки по боулингу. Капитан команды Сергей сбивает кегли уже 7 лет своей жизни. За это время и технику освоил, и в удачу поверил. Кто там булавочку приколоть, кто монеточку под пяточку положить. Ну, хотя это в боулинге монетка будет мешать, но кто как. Удачу ловишь, он кинул шарик и смотришь. В этом году Федерации боулинга России исполняется 25 лет. К этому юбилею Красноярску есть чем похвастать. В городе работает комплекс мирового уровня. 32 дорожки, больше сотни шаров. А за каждый шаг отвечает не человек, программа. Вы же видите, кегли считаются автоматически. Все. Программное обеспечение мы постоянно обновляем, все делаем. Мы очень подготовлены, поэтому у нас один из лучших боулингов в России, вообще считается лучший. Между бросками спортсмены протирают шары, ведь те катятся по маслу. Дорожки натирают специальным составом, чтобы защитить их от агрессивных ударов. А таких много. Боулеры стараются получить страйк, то есть, простыми словами, выбить все кегли за раз. Спецы делают трипл, то есть выбивают 3 страйка подряд.
Центральные игры пройдут в Красноярске в эту пятницу. Тогда и определится регион, который бросает шары лучше всех. Однако, когда наши боулеры отправятся на международную арену, пока не ясно. Как скоро мы поедем, зависит больше, наверное, не от нас, а от каких-то решений. В любом случае, я думаю, что Россия больше без флага и без гимна никуда не поедет. Когда это случится, ну тогда и поедем. А пока боулерам хватает конкурентов и на родине. Этот азартный спорт привлекает все больше и больше людей. Лилия Мишалкина, Дмитрий Комаров, 7 канал. Забота и вниманием к себе и своим близким. В сети «Губернские аптеки» препараты для женского здоровья, витамины, биологически активные добавки и косметика со скидкой до 50%. Иглотерапия помогает справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной сердечно-сосудистой и мочеполовой системы. Эффективные сеансы акупунктуры у китайских мастеров клиники «Восточный лекарь». Партизаны Железняка, 19Д. Холодильники, стиральные и посудомоечные машины, газовые и электроплиты. Встройка в сети магазинов бытовой техники «Видео 2000». Гигантский выбор, низкие цены, все виды оплаты, беспроцентная рассрочка. «Видео 2000». Делаем цены. Татмина, Белинского, Мартынова. Что объединяет эти улицы Красноярска и почему все дороги ведут к вечному огню? Проект «Земляки» о героях СССР. С 26 апреля по будням в 19:30 на телеканале 7. Партнер проекта – сеть ортопедических салонов «Нейрон». Товары для здоровья всей семьи. Спонсор выпуска – сеть «Губернские аптеки». Заботьтесь о женском здоровье весной со скидками в губернских аптеках. Вы смотрите новости 7 канала, и мы продолжаем выпуск. В хоккей с мячом можно играть не только на льду, но и на дворовой площадке. В Красноярске завершился чемпионат по флорболу. Именно так называют летнюю разновидность русского хоккея. Изначально спортсмены играли на обычных площадках, чтобы поддержать форму, но со временем игра ушла в народ. Сейчас в городе больше 40 команд. Виктор Бородин с подробностями. И команда «Водник». Клюшки и форма полегче, да и коньков нет. Играют ребята все-таки не на льду, а на обычной дворовой площадке. В остальном флорбол от обычного хоккея с мячом не отличается. И настрой у играющих, как у профи, это финал городских соревнований. После них ребята вполне могут из спорта любительского перейти уже в профессиональный. Если есть желание, мотивация, перспективы, все, и мы их не держим у себя во дворе, мы стараемся их передать уже в профессиональные клубы, где их будут уже развивать более углубленно в одном направлении. И флорбол – это не экзотика, а популярный вид спорта, хотя изначально профессиональные хоккеисты играли в него, чтобы летом поддерживать себя в форме. Но их забава ушла, что называется, в народ. Сейчас в Красноярске больше десятка команд. Играют и взрослые, и дети. Самое главное, что все начинается с родного двора. Я думаю, что, может, для кого-то такие дворовые соревнования и дадут, ну, откроют дверь и в профессиональный спорт, может быть. А кто-то просто выплескивает энергию. Я думаю, что мы должны создавать условия для этого. Иначе они сами найдут способ, как это сделать. И, к сожалению, не всегда этот способ будет полезен для этих детей. Поэтому эти соревнования очень важны, я считаю, и нужны. И занятия спортом во дворах при спортклубах только набирают популярность. И скоро играть красноярцы будут не только в футбол и хоккей. В «Кросспорте» рассказали, летом собираются провести фестиваль русских народных игр. Это лапта, выжигала, цепи кованые, салки. В июне месяце мы запланировали большой городской фестиваль именно по этим народным русским давно забытым играм, чтобы у нас жители города вспоминали, как приятно провести время во дворе на спортивной площадке. И начать заниматься спортом во дворах просто. Для этого надо прийти в физкультурно-оздоровительный клуб. Они есть во всех районах города, а номер телефона сейчас на ваших экранах. Занятия бесплатные. Достаточно просто написать заявление и принести справку от врача, что у вас нет противопоказаний к физическим нагрузкам. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, 7 канал. Красноярские школьники показали, как проходил парад Победы в 1945-м. Дети и учителя провели реконструкцию исторического события на Ярыгинской набережной. Воссоздали все до мелочей, в том числе оркестры, военную форму. А военачальники выезжали на площадь на лошадях. Для ребят из 45-й школы это уже не первый подобный опыт. До этого они воссоздавали Енисейскую губернию и блокадный Ленинград, а также примеряли на себя образы пионеров, которые отличились в годы войны. Сейчас мы
сейчас уже, будучи по теме реконструкции, ну, я бы сказала, даже известными в городе, мы абсолютно не испытываем никаких трудностей для того, чтобы найти форму, полевую кухню и что-то подобное. Все идут навстречу, потому что понимают важность патриотического воспитания для детей. Школьников и педагогов приветствовала исполняющая обязанности министра образования края Светлана Маковская. Она отметила, что такие мероприятия позволяют сохранить историческую память. И важно, что школьники, вовлеченные в организацию, не просто изучают историю, а погружаются в эту эпоху. Историческая реконструкция проводится по нацпроекту образования регионального проекта «Патриотическое воспитание». Важно мероприятие с точки зрения его эмоциональной составляющей, потому что дети готовятся к такому мероприятию, они изучают историю, изучают материалы различные и фактически проживают это событие через себя. Поэтому, когда такие события происходят, именно как реконструкция исторических дат нашей Великой Победы, это, наверное, больше дает эффект, чем просто рассказать. 2 апреля 1985 года новой улице в микрорайоне Солнечный дали имя героя Советского Союза Бориса Антоновича Микуцкого. За что он получил свою звезду? О военной судьбе нашего земляка и о том, чем он занимался в мирное послевоенное время в новой серии проекта «Земляки». «Земляки» – это проект об улицах Красноярска и героях Советского Союза, именем которых они названы. Улица Микуцкого. Это микрорайон Солнечный, и это улица Микуцкого Бориса Антоновича, героя Советского Союза, чье имя никогда не будет забыто только потому, что здесь, за поворотом, на Микуцкого 10, есть 134-я школа, в которой свято чтут память о нем и передают из поколения в поколение. Зоя Николаевна, основатель нашего школьного музея, великолепный учитель истории. Она организовала совет старшеклассников. С ними они делали запросы сначала про Микуцкого, про его подвиг. А затем с этими учащимися Зоя Николаевна искала выходы на родственников. Дотошные следопыты раздобыли адрес героя Советского Союза. Никого не застали дома, оставили в ящике письмо, на которое вскоре откликнулся Алексей Микуцкий, внук Бориса Антоновича. Он приезжал на встречи с ветеранами, рассказывал о своем дедушке. Он такой скромный молодой человек. Алексей Андреевич был и на открытии мемориальной доски, и на присвоении школе имени героя Советского Союза Бориса Микуцкого. И сегодня лучшие ученики школы сидят за партой героя, где обозначены основные вехи биографии прославленного земляка. Семья Микуцких из Омска переехала в Енисейскую губернию, когда будущему герою было всего 3 года. В возрасте 22 лет Бориса Антоновича призвали в армию, и в 1939 году он сражался с белофинами в составе Красноярской 119-й стрелковой дивизии. Но до начала Великой Отечественной он успел поработать в гражданской авиации. Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1942 года Борис Микуцкий, командир отделения разведки минометного дивизиона, отличился на Закавказском фронте. Он корректировал огонь, перемещаясь по позициям, давал четкие координаты, и наша артиллерия могла быстро продвигаться. И уже в декабре 1942 года вот он получил свою первую медаль как раз за отвагу. Особо отличился сибиряк при форсировании Днепра осенью 43-го. Сначала он, переправившись вместе с разведкой, нашел лучший маршрут для батареи. Она форсировала реку своевременно и без потерь. А когда батарея сходу развернулась для отражения контратаки, разведчик все дни находился на передовой. Немецкий десант прорвал в некоторых местах нашу оборону. Был убит телефонист на этом наблюдательном пункте, и Микуцкий сам, собственно, взял трубку. Оставшись один, вызвал огонь на себя. Немецкие автоматчики от минометного огня разбежались. Микуцкий же, используя момент, начал точно корректировать огонь по вражеской пехоте, отрезав ее таким образом от танков. Это позволило нашим войскам перейти в контрнаступление и после ожесточенных боев захватить район, укрепленный врагом.
За этот подвиг Борису Антоновичу Микутскому в феврале 44 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Есть фотография, как раз была сделана после форсирования Днепра в ноябре 43 года. Микутский Борис Антонович сидит в нижнем углу справа. Отважный сибиряк прошел всю войну до победного конца. После демобилизации вернулся в Сибирь и в свою любимую гражданскую авиацию. Был начальником аэропортов Кызыла, Туруханска, Дудинки и Норильска. Почти 20 лет до самой смерти бывший военный разведчик руководил службой перевозок Красноярского аэропорта, который в те годы располагался здесь, вот в этом здании. Ветеран войны жил неподалеку на аэровокзальной, явно ходил на работу пешком, и было бы справедливо и почетно для города, если бы на этой недавно созданной площади появился бы памятник герою Советского Союза Микутскому Борису Антоновичу. Партнер проекта – сеть ортопедических салонов «Нейрон». Товары для здоровья всей семьи. Клиника стоматологической имплантации «Практика». Практикуем здоровые улыбки. Оздоровительный центр «Восточный лекарь». Китайская медицина рядом с вами. Прогноз погоды представляет компания «Атрибуты здорового сна». Скидка до 30% на диваны, кровати, матрасы. И теперь информация о погоде. В среду, 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба ночью около 0, а днем до плюс 10. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наш вайбер, ватсап номер 8-391-2-900-333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Шабыка. Всем самого доброго. До встречи.